Вот Ольги Корбут. Ну что ж, это великолепно, это просто великолепно. Петля Корбус, вы видели этот элемент. Все любители спорта знают этот элемент, петля Корбус, который вошел в практику гимнастических соревнований именно под этим названием. И вот сейчас, после этой петли, которую никто лучше самой, конечно, исполнительницы, первой исполнительницы не выполняет, следует сложнейший переход на нижнюю жердь.